С детства Юля была милой девчушкой. Всегда сама управляла своей жизнью. И слушала только хорошую музыку. Наша героиня выглядела на все 100 каждый день. Юля никогда не оставалась без внимания. При этом любила всякие разные вкусняшки. Но выбор был такой большой. Но наша героиня всегда находила правильный. После русского периода творчества нечакано треба было вывучить мову. Но наша милашка почти справилась и с этим. А если серьезно, ты наша самая нежная, любвеобильная, яркая и блистательная подруга. С днем рождения! Поздравляю!